Продолжаем изучать операторы Яндекса. В Яндексе также есть оператор поиска по типу файлов, по его расширению, оператор MIME. К сожалению, Яндекс ограничил возможные варианты расширений. То есть мы не сможем искать по файлам TXT. Видите, ничего нет, но по, скажем, док мы найти сможем. Итак, какие типы файлов позволяет Яндекс нам использовать в сочетании с оператором MIME? Это док, PDF, TF, TF, док, XLS, презентажки. И эти типы файлов мы можем использовать в сочетании с оператором MIME и фильтровать свой поиск. Для фильтрации документов по языку используется оператор lang. Давайте попробуем его на практике использовать. Но важное замечание, код, который используется, код языка, который используется в операторе lang, идет не по стандарту, который используется в Google. 3166-1. Вы помните, да, когда мы разговаривали про поисковую выдачу Гугла, мы рассматривали следующий стандарт. Нам же для Яндекса нужен другой стандарт ISO 639. Я приложу ссылку на документ к этому видеоуроку и посмотрим. Тут большинство кодов совпадает с предыдущим гугловским стандартом ISO, но есть и некоторые различия. Итак, давайте будем использовать уже известный нам запрос коронавирус lang. Посмотрим выдачу на английском языке. Как видим, документы на английском языке. Давайте найдем французские документы. И, как мы видим, язык французский. Все, спасибо за внимание. Увидимся в следующих уроках.